чиновник. Если помните, первый кодекс чиновников в Руси, то есть в России, придумал Петр I. То есть табель о рангах была такая часть морального кодекса. Вот, например, одна из статей, вот он гласит, примерно так вот скоро. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, чтобы своим разумением не смущать начальство. Это было написано как бы в таком моральном кодексе Петра. А по поводу, вот вы говорили, вырванных контекста, я бы продолжил эту фразу, есть такой анекдот. Ленин говорил, что любая кухарка может управлять государством. Хрущев доказал, что не каждый. Брежнев говорил, что любой дурак может управлять государством. А Горбачев доказал, что не каждый.